так, у них есть масс-культ, который потребляет весь мир. Это не культура. Вы же выросли на, сами говорили, на песне группы «Кино». А это рок-музыка. Ваш коллега по Думе вообще говорит, что песни Цоя в ЦРУ писали специально обученные люди. Ну, неплохо написали тогда, могу сказать. Но это для нас гимн был, поймите. Мы чуваки, которые выросли на улице. Ну, мы же потребляем продукты, созданные там, рок-музыку. Лучшее кино, это все-таки, давайте называть вещи своими именами. У нас делаются вещи достойные, но весь мир, в том числе и мы, делаем Голливуд. В Америке, да, смотрим то, что в Голливуде производится. Не бегают за государственной сисечкой, понимаете? Дайте нам деньжат, отсыпьте. Потому что они пытаются работать, да. Да. Потому что там банк. Знаете, это у нас до сих пор там отношения странные. А там дом отнимут, квартиру отнимут, все отнимут, на улицу выгонят. У нас разве не отнимают? Да, у нас есть коллекторы, потому что коллекторы — это часть гомосексуалистов. О, понял. Вот это вот. Коллекторы и гомосексуалисты — это новый вид, да, сексуальных извращенцев — это коллекторы. Я считаю, что их нужно отнять паспорта, лишить всех прав, не принимать ни на какую работу. Те, кто работал коллектором, это нелюди, это подонки, это твариноты. Хорошо, гнойные твариноты. Должен регулировать? Мы так ушли вообще от темы разговора. Но коллекторы — гнойные твариноты. Совершенно понятно. Каждый коллектор должен знать, что он проклят. У него на языке вырастет большая-большая опухоль, потому что он своим поганым языком доводит до смерти кучу людей. Коллектор — это хуже. Это вот, знаете, вот помой какашки и выгребать. Вот гораздо более достойная профессия. Вот, и это нужная профессия. Конечно. Коллектор — ненужная. Любой коллектор, знаете, вот вы лучше повеситесь сразу все коллекторы, потому что вам счастья не будет никакого, и до седьмого рода все коллекторы прокляты.